что, друзья, всем привет. Многие меня знают, меня зовут Леонид Романов. Я человек, который знает все о волосах и даже больше. И теперь это моя новая рубрика, называется «Кудрявый садовник». Кто такой кудрявый садовник? Конечно, это же я. Мне очень многие из вас писали: сделай аккаунт, где ты будешь рассказывать о своих растениях, о том, что я люблю цветы, о том, что я занимаюсь садом, огородом, куча всего. У меня у салона рядом сад. В общем, я не профессионал, я обычный чувак, который парикмахер, стрижет и делает людей красивыми. Но я очень люблю растения, люблю все, что с ними связано. И я всегда говорил, если бы я не был парикмахером, то я бы пошел 100% и стал, не знаю, флористом, либо ландшафтным дизайнером. Ну, я бы этим учился и этим занимался. У меня очень много литературы касаемо ландшафтного дизайна. У меня есть дом в Крыму, там у меня есть маленький сад. Вот. Попробую здесь прикрепить всякие видео, ссылочки, чтобы вы могли посмотреть, как это вообще у меня все в жизни происходит. А также мы купили землю в Химках и будем строить дом. Сейчас январь, начало февраля. Я уже, конечно, хочу что-нибудь сажать. Вот, пошел в магазин Леруа, понакупил кучу всего. И буду вам рассказывать, как я живу, как я это сажаю. Со всеми, не знаю, удачами и неудачами. Я уверен, что я кучу растений загублю. Вот, ну что делать? Если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайк, комментарий обязательно. И поехали, буду рассказывать вам, как что сажаю. Делитесь своим опытом, а вы уже смотрите и берите что, себе, если хотите, на вооружение. А если знаете, как это сделать лучше, пишите в комментариях. Мне даже очень интересно, что думаете вы по этому поводу. Ну что, поехали. А еще у меня есть постоянные помощники, это Филипп. Идет, кстати, мой мальчик. Это Коль. И Лео, конечно, Лео, наш пушистый Лео, Филипп все время ревнует. Вот мои помощники еще. Конечно, мой сын Илья Данила, но он сейчас занят делами. А так мне помогает, на самом деле, очень много людей. Во-первых, ваша энергия. Сегодня мы разберем очень важную, наверное, для всех, для многих зрителей, разберем сад. А что перед этим, когда февраль, январь? Конечно, рассада, семена и все такое. И вот мы сегодня поехали в магазин, закупились всякой ерундой, как всегда, потратили кучу денег. Вот, и что? Давайте смотреть, что мы купили. Так, купили мы вот такую вот мини-тепличку в 5 рядов, называется Маргарита. Купили ее в Леруа Мерлен. Цена ее 1455 рублей. Вот. Давайте посмотрим, что там внутри нас ждет. Я сижу на полу и разбираю весь этот хлам. Пакет, видимо, с креплением, какие-то палочки. Честно говоря, друзья, все такое хлипкое, убогое. Мне кажется, такие деньги дороговато. Здесь у меня зимой пеларгония. Я, кстати, их уже обрезал. Рано, конечно, но они очень вытягиваются зимой.
Все, ну смотрите, как вписалось идеально для подоконника, да? Вообще идеально просто. Елку скоро уберем. Чудеса. Так, еще я купил вот такую фитолампу. Отсвечивает. 1555 рублей стоит. К ней нужно было купить вот такой вот переходник за 255 рублей. Надо к теплице свет. А еще я думал, что у меня теплица будет на 5 поддонов. Купил 5 вот таких поддонов по 140 рублей. Единственное, я не пойму, у него нету этой крышечки. Будут накрывать пленкой, скорее всего. Там торфяные таблетки. 15 таблеток, 15 растений. Ну что, поехали дальше. Кто не знает, это Данила. И он сейчас готовит ужин. А я продолжаю подготавливать таблетки. Таблетки? Да. Так, я выбрал 4 этих контейнера, и теперь наливаю кипяток в эти парфюмные таблетки. Он брызгает, конечно, в разные стороны. Давайте посмотрим поближе, что получается. Запах такой земли прям сразу. Еще очень интересная вещь, парфюмные таблетки, на мой взгляд. Так, думаю, на чайнике не хватит. Ну, производитель к лампе, соответственно, ничего не предусмотрел. Лампа отдельно, провод отдельно. Ну и, соответственно, вот эти все ярусы, куда крепить лампочку, места нет, соответственно, поэтому буду придумывать сам из проволоки. Проволока вообще для декоративных украшений. Так, ну если честно, не понимаю, как эта лампа будет светить всем остальным растениям, давать свет, я не понимаю пока. Если честно. Ну ладно. Конструкция, друзья, готова. Так, ну что, ультрафиолетовые лучи есть. Семена есть. Мы сегодня будем сеять. Я буду по несколько дней разбирать вам разные семена. Буду сеять эустому. Итак, буду сеять эустому. Насколько я знаю, что это очень вредный, неприхотливый цветок. Ой, прихотливый. Все время ему вечно проблемы с эустомой. В одном пакетике всего лишь 5 семян, по-моему. Не больше. 5-5 гранул. Если не 4. Нет, 5. 5 гранул маленьких. Здесь 5 маленьких гранул. Вот. Эустома. F1, эхо розовая. Вот, и хочу посадить капусту пекинскую. Хочу посадить ее в рассаде, чтобы потом пересадить в грядку. Попробую. Почему нет? Нацуки F1. Нацуки. Вот такая вот капусточка пекинская. Вот, и пока хватит. Что будет дальше, смотрите в следующей серии. Так, я передвинул сюда. Значит, небольшой водичкой побрызгаю. Главное, чтобы вот это вот, в чем семечка, растворилась. Я беру иголочку и слегка вот так. Дадим время небольшое, и потом еще раз я их потискаю немножко. Так, ну что, пекинская капуста, друзья, попробуем ее посадить. Ровно 10 семечек, семянок. Перфильные таблетки я уже подготовил.
Вот так их по одному зернышку. Тик. 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 Эту слюду надо будет побрызгать и разбить. Здесь я садил эустому, можете писать ролики, где делаем эустома. Так, одно зернышко попало. Какое-то. Теперь брызнем, подождем немножко и разобьем эту слюду. Вот таким вот образом. Тик, тик, тик. Медленно, медленно, надо говорить, что подождать надо. В общем, очень хорошо при этом в красном свете видно, что я вот пью пальцем, а оно не разбивается. В общем, если вдруг она еще больше засохнет, она может вообще не разбиться, эта слюда, если не рассосется, то семена может просто не прорасти. Я, конечно, еще побрызгаю, но посмотрим, что будет. Сверху я засыпаю чуть-чуть вермикулитом. Все правильно сказал. Ты их путаю, верлит, вермикулит. Ну что, 3 дня, и семена взошли. Друзья, до новых встреч в новой серии.